Перед стартом эстафеты торжественное построение. В строю 9 команд. 5 районных отделов полиции, коллектив неведомственной охраны, ДПС, УВД и ОМОН. В командах не только мужчины, но и женщины. Екатерина Щедрина – инспектор по делам несовершеннолетних. Работа требует не только крепких нервов, но и хорошей физподготовки, считает Екатерина. Свою физическую форму и решила проверить, выступив на эстафете. Я достаточно физически хорошо развита. Ну и плюс сказали, что сегодня будут участвовать женщины. И, конечно, хотелось поддержать, опять же, нашу команду и хорошо пробежать. Именно девушки и дали старт эстафете. Она включала 6 этапов. Бежать нужно было и в повседневной форме, и в бронежилете с каской, и не только бежать. Один из этапов – разборка и сборка пистолета Макарова. В общем, чтобы показать достойные секунды, нужно было выложиться на все 100%. Мы очень долго к этому готовились. Это на самом деле очень важный фактор, который влияет на всех других сотрудников, их стимулирует обязательно к развитию спорта в отделе конкретно УВД города Сочи. Подобные эстафеты среди полицейских в Сочи проводят уже много лет подряд. Это уже одна из традиций силовиков. В первую очередь мы смотрим на состояние и боевую готовность наших сотрудников, чтобы жители нашего города могли посмотреть и убедиться, что они могут спать спокойно. Наши коллеги, сотрудники будут готовы показать всем, на что они способны. Как говорится, стабильность – признак мастерства. Это доказали команды, которые разделили 3 первых места. Как и в прошлом году, команда Хостинского райотдела завоевала бронзу. Бойцы ОМОНа – чемпионы прошлого года, сегодня стали вторыми. Они уступили золото обладателям серебряных медалей эстафеты в прошлом году, коллективу вневедомственной охраны. Они и праздновали победу. Яркими получились и соревнования по перетягиванию каната. И здесь команде вневедомственной охраны снова не было равных. В этом виде спорта они тоже стали первыми. Сегодняшние соревнования открыли череду мероприятий, посвященных предстоящему дню сотрудника органов внутренних дел. Официально их поздравят 10 ноября. А за день до этого на площади у Зимнего театра в 11 часов пройдет парад и традиционный развод сил и средств сочинской полиции. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.